О том, что вы вступили в партию, сожалеете? Я имею в виду КПСС. Вам сколько, 23 года было, нет, когда вы... Нет, потому что я вступил в период оттепели. То есть когда это была... появилась надежда на то, что деформируется сталинская система. То есть среди шестидесятников это была вообще вот установка на то, что вступив в партию, можно бороться с... Да, за обновление Сталина. Партии, конечно, но я не был тогда в такой позиции, когда считал, что надо будет ликвидировать вообще партию как таковую и так далее. Я был вполне в духе тенденций тогдашних шестидесятников. Вообще я считаю себя юнгой шестидесятников, так сказать. Я помоложе их, слава богу, поэтому еще топчу землю с этой стороны, так сказать. Вот, и я был уверен в возможность, так сказать, создания социализма с человеческим лицом, соединения. Собственно говоря, академик Сахаров был в этом убежден, что конвергенция может быть, и лучшие черты того и другого строя могут объединиться, и так далее, и так далее. Вот такие полуиллюзии, полунадежды у меня были, и с этим я вступал в партию. Интересно, наступательное со стороны моего оппонента. Толерантное с моей стороны.